Сергей Семенович Собянин, в очередной раз обращается к вам Филипп Дмитриевич Романов, собственник комнаты номер 2, двухкомнатной коммунальной квартиры номер 210, расположенной по адресу город Москва, улица Кошкина, дом 19, корпус 1, в которой я лишился возможности безопасного беспрепятственного проживания еще с 2017 года. И я лишился возможности беспрепятственно продать мою данную комнату, мое единственное жилье. В результате чего я и моя мама вынуждены скитаемся уже более 6,5 лет. И в этой нашей тяжелейшей жизненной ситуации нам никто не помог. Никакие должностные лица города Москвы, к которым мы обращались. Неоднократно мы обращались и к вам, с нашими письменными заявлениями. И в том числе обращались по форме «Задай вопрос мэру», но наш вопрос про коммунальную квартиру ни разу за все это время не прозвучал в соответствующих телеэфирах. Сергей Семенович Собянин, я прошу вас распорядиться выкупить мое единственное жилье, мою комнату в коммунальной квартире за счет бюджета города Москвы, например, резервного фонда, чтобы взамен я смог купить себе иное жилье, безопасное, беспрепятственное для проживания, в котором я мог бы продолжать приносить пользу науке своими астрономическими наблюдениями и открытиями. Например, недавно мне удалось открыть 2 астероида, которые получили свои номера в соответствующей базе данных Центра малых планет и, возможно, скоро будут названы в честь моих умерших прадедов, ветеранов войн. Вряд ли мои прадеды представляли или предполагали, что в Москве, в столице нашей Родины, с их потомками, со мной и моей мамой, произойдет такая ситуация, такая беда. Я страдаю хроническими заболеваниями, бронхиальной астмой, пороком сердца, заболеваниями вен, суставов, крови. Моя мама страдает анемией. И за годы наших скитаний мы лишены возможности пользоваться московскими благами, московским здравоохранением и московским транспортом, московским образованием. Я лишен возможности подготовиться для поступления на обучение на астронома из-за того, что мне негде жить. Сейчас мы временно находимся в Приморском крае, в жилье наших родственников, которые приютили нас. Но мы не можем находиться здесь вечно, в их жилье. Сергей Семенович Собянин. В средствах массовой информации регулярно появляется информация о том, как благоустраивается Москва. В том числе и о Московском урбанистическом форуме, на котором рассказывается о благоустройстве Москвы. Но не будешь же жить на лавочках, в благоустроенных парках, или в электробусах, или в новых станциях метро. Поэтому, Сергей Семенович Собянин, я очень прошу помочь в благополучном разрешении нашей тяжелейшей жизненной ситуации. Потому что я хочу и могу приносить пользу науке своими астрономическими открытиями и наблюдениями. Я уже открыл большое количество различных астрономических объектов, написал несколько научных статей и выступил собственными докладами на нескольких международных научных конференциях по астрономии. И если бы я выучился на ученого-астронома в университете, тогда я бы
принес еще больше пользы для науки астрономии. Сергей Семенович Собянин. Я и мама очень устали страдать в нашей беде, и нам очень нужна помощь с благополучным разрешением нашего тяжелейшего жилищного вопроса. Сергей Семенович Собянин. Кроме официальных письменных обращений к вам, я также записывал подобное видео обращение к вам в прошлом году, но до сих пор нам никто не помог. И я надеюсь, что после данного видеообращения в нашей безысходной ситуации нам придет помощь.